Конечно же, на последней сессии перед Новым годом все-таки был принят стратегический план развития Днепропетровска. Насколько это событие важно для нашего города? Мы жили со стратегией. Срок действия закончился в 2010 году. И важность этого документа диктует жизнь в условиях современной экономики и быстро меняющихся факторов, которые влияют не только на жизнь простого человека, даже вот в обыденную жизнь, да, раз и стал дороже транспорт, или раз там дороже электроэнергия, или какие-то другие факторы, или зарплата ниже или выше. А в жизни города тысячи, наверное, миллионы факторов влияют на жизнь, на ее развитие или, наоборот, деградацию. Поэтому очень важно иметь документ, который может определять на какой-то определенный период тенденции развития города. Для Днепропетровска разные методики есть определения стратегии, есть краткосрочное планирование, есть долгосрочное планирование. Но стратегический план, мы приняли методику десятилетнего развития. И я думаю, что для Днепропетровска это очень важно, потому что насыщенный промышленностью город с большой историей ее создания не может быстро изменить производственную сферу, а это нужно делать, модернизировать, менять. Поэтому взяли десятилетний период.